Всем привет, привет и топ, солнечная Таля на проводе. Сегодня приезжает моя подружка, хоть и на улице пасмурно, сыро, идет дождь. Моя самая любимая подружка с Сицилии, я так люблю ее тискать. Это самое, Карлос поехал их встречать в аэропорт. Что хотела сказать, большое вам огромное спасибо за ваши комментарии. Девочки сказали: Марина, вас очень мало, снимайте больше. Дело в том, что нет интернета, то есть у нас интернет появляется, потом интернет уходит, и сказали, что надо 48 часов. Мы перешли на оператор, называется Fibra, Fibra Team, по-моему. Напишите, если кто-то пользуется в Италии, если вы довольны этим. Вот, и сказали, что надо, чтобы вот на эту именно фибру перейти, на самый быстрый, скорый интернет, нужно время. Буду стараться говорить медленно, потому что мои мысли, мои скакуны написали, что у меня мысли не то, что скачут, они бегут целым табором. И, Марина, почем вы мне написали в предыдущем видео? Я под соседом. Потому что он пришел, начал, знаете, я то видео сделала, я его слепила из того, что было. Пришел сосед, звонит. Я не могу понять, звонят снизу или звонят вот как бы на площадке уже. То есть человек дошел до квартиры. Кто-кто молчит? Кто-кто молчит? Я уже ору, кто-кто в трубку, что я же думала, что снизу кто-то. Кто-кто молчит? Открываю, блин, дверь стоит вот так вот. Меня аж перепугалась. Я дверь открываю, а он уже вот так вот, прям около двери рядом стоит. Пришел за маслом, потом встал рядом, я же говорила, что сейчас воруют очень много в Италии, и менял, видно, замки, и стоит и та-та-та-та-та-та-та по телефону, та-та-та-та-та, мне сосредоточиться надо, и поэтому я одним глазом была там. Потом камера у меня выключалась местами, и получилось, что там, допустим, половину записывалась, а половину там была типа белая полоса, то есть типа ее надо было удалять. И я как дурочка взяла вот это вот с этих самых спецетины, как они называются, с кусочков слепила, естественно, многие прям бунт на корабле подняли. Хотя многие девочки написали, что все, они поняли прекрасно видео, многие сказали, что совершенно со мной согласны. И кто хочет понять и услышать, он услышит и поймет. Кому это неинтересно, он так, знаете, зашел, пришел, лишь бы нагадить. Оно будет неинтересно. Я на такие комментарии больше не отвечаю. Были удалены комментарии, мне пишут, где мой комментарий? Комментарии были удалены. Если я вас прошу, не говорите на моем, под моим видео про Петю, про Колю, про, я не знаю, там, Сережу. Не надо мне, вы мне приписывайте то, чего нет. Понимаете, я не хочу в этой каше ворочаться, поэтому я комментарий удалила и забыла. В том плане, что я на эти комментарии не отвечаю. Я не знаю блогера Кирилла, блогера Сережу, блогера Ваню и всех остальных. Все, я знаю только себя и все. Закрыли эту тему. Потому что где мой комментарий, где мой комментарий? Там, где вы ссылки оставляете, ссылки они не проходят, они попадают в спам машинально. Это уже не я их в спам отправляю, в спам отправляет сам YouTube. Ссылки я не пропускаю. Ну, иногда только, если я уже знаю комментатора, что человек комментирует уже очень долго, да. Я знаю, что как бы, ну, и то, знаете, доверяю, но проверяю. В общем, ладненько, жду я этих самых, жду гостей, поубирала. Сейчас надо вынуть всю посуду из машинки, из посудомоечной. И будем ждать мою Стефанеллу. Опс, переключаемся. Хотела еще сказать, что Италия, я уже как-то показывала, перешла сейчас для того, чтобы мусора разделять. Может быть, я показывала, нам раздали вот такие вот бандуры огромные, там еще одно ведро, потом еще одно ведро. Типа там для бумаги нам раздали пакеты такие бумажные специально. Это теперь все стоит, никуда этого одевать, потому что это огромные ведра, никуда это ставить неудобно. Вот, и теперь надо разделять. Мы, в принципе, разделяли, ну как, мы бумагу там не очень часто разделяли. И то, если там детские какие-то тетрадки выкидывать надо было, я выкидывала в мусорку, там, где для бумаги. Вот, а сейчас они вообще убрали. Я вчера первый день, кстати, вышла, как только приехала с Украины, вернулась на улицу. Вообще уже убрали мусорные баки, осталось только для пластики, там, для бутылок, вот это вот, для банок из-под консерв. Не знаю, если их еще и их уберут. Вот, и в принципе теперь каждая семья должна вечером выносить это ведерочко, ставить около подъезда с надписью там, какое у тебя имя, и не дай бог ты бросишь что-то там в совместный пакет. Это все начало работать со вчерашнего дня. У нас уже был пакет один с мусором, и теперь даже не знаю, наверное, его придется разрывать и все вот этот мусор перебирать и разделять его на правильный мусор. Хотя, опять же говорю, там нету пластмассы, но есть там какие-то бумажки с отходами пищевыми. И то и в последнее время уже выкидываю в пищевой этот бак такой, тоже ведерко дали маленькое. Будет это все очень неудобно, особенно сейчас у нас дожди, уже который день, вот эти вот все ведра стоят около подъезда, естественно, под подъездом нет навеса, и это все на эти ведра, я не знаю. Ну, конечно, с одной стороны, сейчас я помою стаканчики, с одной стороны, классно, конечно, что это все придумали, но с другой стороны, блин, вообще, было удобно, все равно мы ее и так разделяли, было удобно, что мы просто бросали это все на улицу, выносили сами, в разделенное.
Ладно, сейчас я домою здесь не надо посуду, там найти скатерть поменять. Sì, ti ha detto che non si può più di abitare la roba. Carlo, perché sennò come possiamo andare? Questo è il frigo, dolce. Ah, sì. Sì, sì. Aspetta che c'è la videocamera accesa, li faccio vedere. Infatti, le metti in frigo? No, salutami tutti, Stefania. No. Il frigo lo mettiamo sulle mancelle due volte. Francia, oui. Saluta le ragazze russe. Sei in diretta. Mamma mia, come siete bravi, come vi fa vedere. Questa da dove vengono? Da Sicilia? Belli cannoli. Da Catania, da Sicilia, привезли Francesco e Stefania. Блин, а смотрите, мы аэропорт на Лерио, где посадка на... На самолете привезли, смотри, какая красота. Мои колонны. Вино то соло росо. Вино бьянко. Было матюджано, бьянко. Будем сегодня есть аматричано. Кстати, настолько он вкусно готовит, что Франческо, когда еще к нам ехали, они еще дома, когда из дома к нам звонили, сказал, что приготовьте нам аматричано, Карлос. Настолько он вкусно ее готовит. Вот, казалось бы, там кто-то написал, кстати, в Инстаграме, что типа, ой, у вас там этот самый порезанное типа мясо, кусок свинины и все. Но на самом деле нужна рука, нужна рука набить. Карлос, я его сегодня просила тенду убрать, я сегодня сказала, что вот эту вот штору. Ая, стал торнадо для каса, для прадерии. А, он вернулся домой с той квартиры, ну, с того дома. Попросила, убери вот эту вот шторку, вот эту вот усы. Бери фача. Бери фача, бери лицо, говорит мне. Матричана. Дай, ты одета, ты хочу ее. Sbagliato, ma mi sono messo a guardare a Carlo e buttavo la buccia qua dentro. Vabbè, tranquillo. Не хочу, чтобы я ему помогала. Все, мужчины хотят делать сами. Стефи, vieni qua, иди сюда. Моя Стефанелло. Hai visto come siamo combinati? I mascoli cucinano, le chimiche. Vedete che qualcuno ha detto, женщины ничего не делают, а мужчины готовят, да? Ciao, ciao. Io mi ricordavo il video della scorsa. Глазам не хватает цвета, обиды уже не в моде, и слов вырезают нежность, и туфли не по погоде. Какая-то вот небрежность. А мимо летят машины, а мимо бегут олени, и топают вдаль пингвины. Да фени, да фени. А мимо летят машины, а мимо бегут олени. А форбиджи или форбиджи? А я вам брошу. Ай, да-ра-ди, 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 Марино, левати. Та-ра-та-ди, да-ра-ди, да-ра-ди. Ну, дай quel piatto grande che c'è sta lì. Ma piglia quello, cosa? Si è spappolato, ma piglia... Ne sai, va. Beh, uguale, uguale. No, no, vai sul quel piatto là. Ma c'è sempre liquido? Sì, sì, sì. Eh no, sì, quello deve levare. Ma ce lo metto qua? No, là no, Vieni. Devo tagliarlo, l'angolino poco poco. Vieni qua. Tagliamo. Prendi la scolapasta allora, Carlo. Prendi la scolapasta. Datti cito, Mari. Mari, scola da pasta. Vai, Cal. Dì sta. Vai, colone. Prima faccio. E muore. Ma? Это море, свинина. Море. Вареная, специально продаются у них. Я уже как-то показывала. Нога такая. Они обычно ее едят при Наталье манжатове. Коллегите. А, на Новый год они в основном едят.
Buone però. Да, с лентиками. И едят они наподобие фасоли, такие черненькие. Когда я пикал, мне пляжевали. Потом, invece... Викиа, то и ора тебе пляж. Когда я был маленький, мне не нравились. Теперь, когда он старый, ему нравится. Когда я мне пляжа, но... Латте... Алло? Il burro buttato? А? Sì. Metti dentro. Ну. Sì, come... ну. Давай, она... Карло. Формаджу в потато не добавляют, и черный перец. Типичная итальянская картошка пюре. Senza uova, вон он метить uova. Молоко, пепенеро. А где пепенеро лависта? На. Tipo, basta, 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 Carlo, basta. Basta, no, ha detto basta, Carlo, no. Ah, yeah, che vuoi tu? Ah. Ora. Sì, sì, pure sì. Io ultimamente ho messo un pavimento di... Bravo, Coco, bravo. Master chef in casa. Senti, c'è chi lo fa liquido, a me è liquido. No, a me mi piace più quando è un po' liquido, non tanto però. Basta aggiungere più latte. Il latte, il burro. Bimbe, voglio un po'. Non lo so, lascia, ora domanda. Sassuoli. Poco, poco, ha ragione Stefano. Prova, sassuoli ne fattai. Deve essere a ognuno ha il suo palato. Ho capito, però. Quasi deve essere il suo gusto. Per te è sempre liscio, moglie, lo sa l'altro. Ora sì. A te si dice... Fatti una fucchettata. Dai, vuole estate. Chi vuole estate? Dai. Alla prossima. Alla prossima. Bella morita, mamma mia. La nonna. Ah, meno male. Leva il piatto questi qua. Li vuole riprendere per bene. La, la. Stefania spiega cos'è questo dolce. Ok, allora ci sono più piacere da fare. Mamma mia, biri Sasha tarelco, biri si con cioccolato. Bignè al cioccolato, al pistacchio, alla crema, al caffè, alla crema, caffè, questa cos'è? Crema. Alla crema. Ma guarda che ho fatto quei esci. Здоровайся со всеми. Ciao. Саша, ты тоже поздоровайся. Questa? Sì. Поздоровайся со всеми. Io invece sì, ricotta, ricotta. E poi no. Questa ricotta, sì. Io con la crema. No, e questa cos'è? Pistacchio. Sapevo, взяла, бери, шати, вот крема, бери. Questo guarda che cos'è? Nocciolo, pistacchio. Questo è nocciolo. E qui? Crema. Crema.